Доступна услуга заказа объявлений на телеканале ОРТ через интернет на сайте media56.ru. Продается коттедж в СНТ «Авиатор» «Жилгородок» без отделки на участке 5 соток. Имеются насаждения. Обращаться по телефону 22 7307. Ремонт и запчасти стиральных машин. Телефон 60 60 80. Купят баян, аккордеон. Предложения ждут по телефону 26 42 91. Требуется менеджер по продаже ортопедических изделий. Телефон 21 13 78. В дилерский центр по ремонту грузовых автомобилей требуется электрик-диагност, моторист, автослесарь по ремонту гидравлики, электросварщик. Звонить по телефону 507-507. Требуется водитель на самосвал. Иногородним предоставляется жилье. Телефон 230161. В управляющую компанию требуется мастер по санитарии, инженер по содержанию, дворник, разнорабочий. Обращаться по телефону 484080. Требуются работники на ферму, жилье предоставляется. Звонить по телефонам 25-58-58-8-903-395-58-58. Работа на дому, телефон 43-47-97. Требуются расклейщики и почтальоны. Оплата 1000 рублей в день. Телефон 23-13-28. Государственное бюджетное учреждение, государственная конюшня с ипподромом Оренбургская требуется. Кумыс-отдел, доярка. Звонить по телефонам 91 33 35 8 905 883 95 82. Требуются лицензированные охранники. Телефон 92 85 91. Требуется помощник в дубки с проживанием. Звонить по телефону 97 33 08. В ресторан требуется бармен-официант, посудница-уборщица. Телефон 979 921. Требуется водитель на автобус, развозка. Звонить по телефону 90 37 01. На автомойку требуются автомойщики. Телефон 8 903 367 97 84. Требуются автокрановщик, электрогазосварщик, слесарь металлоконструкций. Обращаться по телефону 91 45 45. Охранному предприятию требуются охранники. Телефон 55 77 31. Дополнительный доход. Звонить по телефону 433 990. В рыбный цех требуются разделочники рыбы, коптильщик, упаковщик. Телефон 97 25 70. Требуется разнорабочий, электрик. Обращаться по телефону 30 59 58. Требуются пилорамщики. Телефон 920 941. Требуются лицензированные охранники. Звонить по телефону 23 28 44. Требуется сварщик-кузовщик, зарплата до 50 тысяч рублей. Автослесарь, зарплата до 40 тысяч рублей. Оплата сдельная. Обращаться по телефонам 75 52 31 61 90 21. Требуются торговый представитель, кладовщик и водитель погрузчика на склад. Звонить по телефонам 540320 8 912 345 71 61. Подработка на дому. Телефон 434 797. Смотрите программу «Видеоблокнот» на сайте media56.ru.